Что для тебя студенческий совет и студенческий? Это круто. Это такая большая, ну где-то может быть маленькая, но сильная организация, где люди делают одно дело. И это очень здорово. Это семья. Это огромная семья. Вот это общение, вот это вот суматоха, вот студсовет, да, вот это вот суматоха, особенно во время выступления, тут все бегаешь, ходишь, тут все вообще завалено, костюмы там, везде коридор, суетятся, ругаются и так далее. Потом вот это само выступление, потом после выступления ты просто все друг друга обнимают, целуют, извиняются и так далее. И никто ни на кого не держал. Вот это вот весь момент. Вот, беготня за кулисами, вот это вот все, как тебя хлопают, просто вот это вот все. Ну как, я на протяжении 5 лет это, блин, являлось как бы моей деятельностью, моей жизнью, можно так сказать. Вот то, чем ты занимаешься, ради чего ты, собственно, в университет приходишь, не ради пар каких-то, блин, ждешь вот эти периоды, да, выступление до выступления, что кстати студ-клуба, а в студсовете, ну я не знаю, просто хорошая такая для саморазвития. Ну блин, это жизнь политеховская, ну, учиться же просто это скучно, тут ну, проводишь все свободное время, потом вот например там к концерту готовишься постоянно здесь там, с 10 до 11 вечера, потом концерт заканчивается и все, тебе нечего делать. Приходится делать уроки. Студсовет и студклуб для меня является, собственно, какой-то второй семьей, в которой я, наверное, познал много чего нового. Открылись какие-то новые грани, возможности, чтобы идти шагать вперед, смотреть в будущее, собственно. Все. Для меня за эти 6 лет это была моя жизнь. Я ночевала и дневала здесь круглосуточно. Мне даже родители забывали, как я выгляжу в праздники или какие-то мероприятия. Для начала и одно из главных – это люди, которых я очень люблю. Это люди, которые… Местным еще людям, я думаю, очень любят. Вместе – это мой муж. Потому что именно здесь я его встретила. Это мои друзья, их очень много, не буду перечислять. Как нужно работать с людьми, как нужно привлечь их, организовывать. В общем, я надеюсь, что... Не надеюсь, а я знаю, что это мне дало очень много.